Кажется, учителя улыбаются всегда. Несмотря на их непростую миссию, они полны оптимизма, а в такой особенный день настроение в школе приподнятое. Хотя свой профессиональный праздник педагоги 11-й школы встречают на рабочем месте, чувствуется праздничная атмосфера. Профессия учителя одна из самых социально значимых, и я также считаю, что одна из самых стрессоустойчивых. Поэтому я своим коллегам желаю крепкого здоровья, большого внутреннего потенциала, творческого потенциала, а также благодарных учеников и понимающих родителей. Видновская 11-я школа – одна из самых передовых в Ленинском городском округе. Современное большое здание, где на благо подрастающего поколения трудится 91 педагог. Как маститые профессионалы, учителя с многолетним стажем, так и молодые преподаватели. Директор школы Ольга Домоневская считает, что даже начинающие специалисты должны иметь возможность как можно раньше начинать получать разнообразный опыт. Поэтому на базе этого образовательного учреждения реализуется соответствующий программа. Я всегда практиковала и сейчас практикую привлечение студентов на прохождение практики. У меня есть курс «Педагогические мастерские». То есть у меня приходят студенты, уже наши выпускники, которые просят пройти практику. Иностранный язык, начальная школа. У меня работают учителя, которые в свое время были практикантами у меня. Закончили институты и сказали: «Ольга, мы хотим работать в этом коллективе, потому что нас так добродушно и приняли и помощь оказывали качественную, методическую». Слаженный, добродушный коллектив – одна из важнейших составляющих благоприятной обстановки в учебном учреждении. 11-я школа гордится своими преподавателями. Их ряды в этом году пополнились на 25 новых учителей. Одна из них – педагог высшей категории, учитель начальных классов Жанна Ланчева. В профессии уже 32 года. Время сейчас такое, что все стремительно меняется, и дети меняются в том числе. Вот. И очень важно найти вот этот вот подход и понимание. Очень важно заинтересовать детей, очень важно не перегружать их, не нажимать на них ни в коем случае. И, конечно же, очень важна поддержка и понимание родителей, потому что без этого сегодня работать очень и очень сложно. А учитель истории и обществознания Любовь Михайлова в 11-й школе почти с открытия. Общий трудовой стаж 34 года. Начинала как учитель пения, чуть позже переучилась на преподавателя истории. В свою профессию Любовь Ильинична влюблена. Для нее каждый рабочий день – это праздник. Когда ты общаешься, особенно с молодым поколением, ты получаешь какой-то заряд энергии. Ты чувствуешь, как ты им передаешь вот что-то свое, свои знания, свое отношение к жизни – позитив, самое главное, умение правильно себя показывать в обществе, выстраивать отношения. Собственно, вот в этом самое главное, что меня всегда привлекает в этой профессии. Я призываю выпускников идти по нашим стопам. Некоторые откликаются. Многим, что есть в жизни каждого человека, мы обязаны нашим учителям, которые и в профессиональный праздник продолжают нести в этот мир разумное, доброе и вечное. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.